Всем привет! Снова Андрей. Новый день начинается. И наконец-то я добираюсь до стройки, до фундамента, до фасада. Ну, как бы, это фасад и фундамент. Сейчас я вам покажу, что я буду делать сегодня. И самый главный помощник собирается на работу. Ну что, пойдешь на работу? Пошли. Пойдем, 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 пойдем. А то ты засиделся. Да, ветрюганище тут, конечно, конкретный. Да, вот у меня такой тут фасадик. Тут еще, да, требуется еще один слой. И вот я тут все зачищаю. Вот у меня этот технониколевский экструдированный пенопласт. Он уже повыцветал. Он там даже... это технониколе название. Еще платили бы за рекламу, блин. А, вот тут могла бы быть ваша реклама. Да. Тут у меня тоже у нас тут с Евой косячок получился. Ну, как говорится, кто ничего не делает, тот не ошибается. Мы делали отмостку и бетонировали мешалкой, ну, бетономешалкой вручную. Ну и видать, у меня Ева стояла на бетономешалке. Ну я на нее сейчас все свалю, конечно же. Я не углядел. Ну забыла там цемента, наверное, кидануть. Там два раза такое было. Один раз там было, там мы сразу заметили. А здесь мы не заметили. Здесь мы это заметили только вот зимой, после зимы. Зима показала. Я, наверное, просто замазал нормальным цементом. И корка была нормальная. То есть мы ходили, все было в порядке. А там сразу как-то пробилось. Ну ничего, я это потом зачищу так же самое. Это раствор сделаю. И все будет пучком. Я тут, в принципе, уже, да, все, уже пробежался. Все позачищал. Уже даже загрунтовал. Вот. Завтра. Завтра нарежу. У меня остались остатков. Очень много остатков осталось. Армосетки с этого же фасада. У меня такая оранжевая. Тут уголочки тоже есть. Ну, уголочки, я думаю, мне не нужны будут. Их нарежу. Ну, завтра, наверное, вам покажу тоже процесс. Такие вот у нас скамеечки. От брусов остались. Вот такой вот у меня 100 на 200 у меня перекрытие. Потолок в нашем доме. Было. А, ну вот это, в принципе, я использовал, по-моему, я это использовал, такой брус на чердаке, тоже на кресло я сделал, я это что-то тут отрезал, слишком длинные были куски, да, было дело, о, вот так вот он целыми днями со мной сядет и сидит, и охраняет меня, потом йогу немножко поделает. Такой потянется. И вот так сидит, смотрит, что-то нюхает. Ну и себя нюхает тоже. Кевин, ты жулик. Вот. Да, вот не знаю, вот думать надо будет, что здесь какой элемент придумать. Не хочу я эти железные подоконники делать. Жестянку, что-то мне не хочется. Хочется что-то, я не знаю, может или просто сделать штукатуркой, армосеткой нормально как-то загидроизолировать. Что, оно будет капать чуть-чуть? Да тут, в принципе, у нас где-то в районе метра, примерно даже метр десять здесь. Где-то так, примерно метр десять. А вместе с этим точно метр десять будет с желобами. Большой здесь навес получился. Этот мы сделали даже еще больше чуть-чуть, отмостку. Я так подумал, если вдруг будет что-то капать сверху, то оно будет капать на бетон, чтобы на чернозем не капало и не грязнило. Так вот я подумал, так вот я решил. Да. Такие вот у нас подоконнички тут сделаны пока. Ну да, тоже как бы тут еще надо что-то придумывать, либо какие-то... Также я в Германии видел... Из черепицы ставят. Просто куски черепицы. Так чук-чук-чук-чук-чук красиво сюда ложат.
главное, ну, правильно подобрать красивые черепицы. Там, по-моему, бобровый хвост я видел один раз, так называемый. Вот не лежит меня душа к этим металлическим. Не знаю, вот не хочу. Еще надо будет подумать, какую-то сетку другую здесь повесить. Вообще было бы прикольно без сетки. Сделать клапана какие-то или вентиляцию нормальную в помещении, чтобы... Потому что сетка нужна, чтобы летом открывать окна на проветривание. А мне так не нравятся вот эти все сетки. Я хочу видеть напрямую как бы улицу, а не через сетку. Весь вид портит, честно. Да. Вот такой вот у меня тоже циклон есть. Через него пропускаешь пылесос, и вся грязь сюда оседает в коробку. Оно у меня таких, на таких быстрых защелках сделанное. И вот так вся стройка у нас была. Я такие колесики купил тоже. Вот я с этим циклоном вычищу, наверное, тот песок, который там у нас косяк был. Ну, это я думаю, это я сделаю попозже, наверное, когда уже фасад закончу, тогда этим займусь. Ну, посмотрим, по настроению. Меня как найдет. Что-то начинает распогаживаться. Ну, блин, ну ветер все равно есть. О, наша антенна, я пока сюда ее прикрутил. ЛМТшная. По 200 мегабит крутит нормально. Еще надо будет решать проблему. Дверь открываешь, когда, и она как бы задевает. Мы даже тут немножко уже успели поцарапать чуть-чуть. Ну, это можно чуть-чуть так чем-то замазать. Я сюда такую прикрутил. Поролоновый такой утеплитель от трубы, и он нормально защищает. Надо будет какой-то... А, ну да, здесь будет еще какая-то, наверное... Из бетона, наверное, сделаем все-таки ступеньку. Да, из бетона сделаем ступеньку, и тогда там сделаю стопник. Собаки тоже. Вот Кевин этот любит, блин, поцарапать тут немножко нам двери. А так бывает иногда этим силикон спреем или ВД-шкой попшикаешь, и она такая, и не видно ничего. До новых царапин. Да, вот это, кстати, стекло. Очень классное в этой двери. Оно никогда не потело снутри. То есть там такое теплоизоляция, что намного лучше, чем стекло, которое вот, допустим, вот эти вот. Тут типа тоже три стекла, все дела, но оно больше пропускает тепла и холода, чем вот это вот. Ну, это фирменное, там она там по 1000 стоила, эта дверь одна. Да, где-то в районе 1000 евро, по-моему, заплатили за него. Ну, это хорошая такая дверка. Такая толстая. Типа деревянная, но там все равно там немножко пустота какая-то есть. Что еще показать? Вот. Наш газовый баллон. Ева его в мешок закрутила. Так вот мы и готовим на газу. У нас в квартире газ, как говорится. Все говорят, о, ставьте электрическую, индукционную. А мы так подумали, а если электричество пропадет, зато у нас будет газ, и мы сможем приготовить себе что-то покушать. О, еще желоба, тут надо будет заказать трубы эти металлические, черные. Мы сначала не могли определиться, какого цвета трубы, поэтому мы сразу их не заказали. Мы желоба заказали, там в Елгаве, не в Елгаве, а в Озолниках. И сейчас уже определились. У нас будет как бы фасад, я бы сказал, будет белый, а эти желоба будут продолжение, так и будут черные, ну, трубы от желобов. Вот у нас сенсор температуры беспроводной. Он от батарейки работает. А температура показывает в доме. Вот какая у нас температура. Слушай, упала. Было когда-то солнышко сначала с утра. Было там чуть ли не 18 градусов. Мне показывало почему-то. 17-18, по-моему. А, чтобы не соврать. Сейчас нажмем Max Min. Во, сегодня было 20 градусов. Это он каждый день ресетится. Это на улице было.
Да. Нет. Это внутри. А. Out. Блин, я что-то запутался. Подожди, out in. Так, max. Outside, inside. А, понял, понял, понял. Минимальная 5 градусов было сегодня, и минимальная внутри 21. Максимальная на улице 20, а внутри 23 было. Вот, теперь я понял. Что-то я, блин, запутался. Мне казалось, сначала он будет показывать inside max min, и потом outside max min, а он наоборот как-то делает. Сначала все минимально, потом все максимально. А это, кстати, мы купили в Германии. Это мы когда ездили в Англию, вот этот беспроводной термометр. И, кстати, на канале «Мы живем в Латвии» есть этот видео, когда мы гуляли по магазину «Порта». И, по-моему, обе. По-моему, по «Порта» гуляли там, да, магазину. Да, сегодня я зачищу все неровности. Те, которые... Пока мы делали отмостку, тут бетонировали, налипло тут всякое разное. Плюс еще щеточкой затираю такие резцы, чтобы штукатурка лучше прилипала и не отлипала. Но тут все равно армосетка тоже будет. Надо было тогда уже сделать, а то уже постояло всю осень, всю весну, и солнце, но солнце все равно немножко как бы разрушает этот пенопласт, это экструдированный, но тоже он любой ультрафиолет разрушает. Наверное, надо дольше времени, чтобы разрушить этот экструдированный, я так думаю, чем простой. На солнце вроде жарко, но ветер такой. Просто кошмар. Не забываем подписываться на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь в соцсетях. Все, всем пока!